Всем привет! Сегодня будем фармить 5-3 карты в черных локациях, сравнивать их с тем, что нафармили в желтых. Вот. Сразу несколько советов для новичков перед тем, как начать фармить карты. Вот. Открывать их советую в предпортальной локации, в черной земле. То есть это в локации Тетфор Портал, там Бриджвотч Портал, вот. Предпортальный. Прямо в этой локе открываем карту, выпиваем чашку с инвизом. И спокойно добегаем до карты. Почему здесь? Если к вам зайдут, она не так далеко открывается в одной локации. И вы всегда сможете убежать. Вот. Для перемещения всегда советую использовать Travel Set. Travel Set вы сейчас можете видеть на своем экране. Примерный билд Travel Set. А после того, как вы зашли уже в сам Solo Dungeon, я вам советую 90 секунд постоять на месте. Это 1,5 минуты, то есть. И данж закроется, вход в данж закроется. К вам никто больше не зайдет, спокойно переодеваетесь в боевой сет и начинаете фармить. Наши 5-3 карточки сегодня будем покупать прямо в Тетфорд Портале, потому что в Корлеоне на них цена точно такая же. Вот, в среднем за карточку мы потратили 268 тысяч на одну. Будем отталкиваться от этой суммы. Фармить мы будем сегодня на билде Фаера. Вот, возьмем с собой ядов. Из еды буду использовать сома для мобов и жаркое, и жареную свинину на случай опасных боссов. Поехали, посмотрим, что из этого получится. Подведя итоги фармакарт, можно сказать, что они здесь тоже не окупаются. Покупались карты по 268 тысяч. Вот. Деньгами набили всего 2 278 тысяч. Вот. Было много сундуков с книжками на опыт. Суммарно их выпало 345 штук. По 2000 опыта. И 8 книг интуиции на 10 тысяч опыта. Мешками получили 567 тысяч серебра. Остальное лутом. Опыта мы за все время заработали 2 249 тысяч.
Я вам не советую покупать 5-3 карты для фарма, чтобы фармить их. Не советую ни в желтых фармить, ни в черных. Дальше будем тестировать, наверное, карты 6-3, посмотрим, что будет там. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.